Вот и все. Одно неверное движение и все. Ха! Да! Как ты умудряешься выигрывать во всех играх? Называй меня мастер игр. Думаю, мастер игр, ты оценишь место, куда мы приехали. Оно считается одним из интереснейших развлечений для детей. Вы меня будете долго благодарить. Адреналин! Детский парк для малышей? Что, они все разные? Нет. Ну вот, а я думал, что я крутой дедушка. Вы знаете, что это значит? О, я крутой дед. Я наконец-то соберу всю коллекцию значков. У меня есть значки из всех адреналендов, в которых мы были, кроме одного, отсюда. Я буду не только мастером игр, но и мастером значков. Пойдемте, черепашки, значки! Добро пожаловать! Стой, Гвен, надо купить билеты. Ладно, аттракционы, может, не все так плохо. Так, давайте разделимся и найдем мой значок. Мне значки не нужны, мы с дедушкой на аттракционы. Да, крутой дед идет на крутые аттракционы. Дедушка, успокойся. Мне нужен значок детского адреналенда. О, прошу извинить, но у меня нет значков. Вы можете их выиграть вон там. Очень медленный поезд. Это коально важно. Слушаться родителей. Весело было, да? Чистите зубы, иначе их могут выдрать. Знаешь, думал, что будет весело. Это же аттракционы, но... Морковь полезна для крови. Странно. О, хватит, Бен. Детишки веселятся. Потому что они никогда не катались на нормальных каруселях. Пора показать им, насколько им может быть веселее. Добрый день, малышка. А Джек, я пришла за победой. Я Стюарт. Стюарт, что надо сделать, чтобы получить значок? Игра простая. Надо сбить эти бутылки. Ясно. Готовьте значок и наблюдайте за мастером игр в действии. Это я размялась. Так держать. Попробуй дальше. Я знаю, ты можешь. Ты не видишь, но я за тебя пальцы вверх держу. Спасибо за помощь. Бен, застрял. Ну-ка сядь, мы же еще едем. Сначала покажу, что такое веселье. Вот так и так. Так лучше. Сейчас же перестань, это опасно. Что? Медленно, быстро. Да, видишь, дед, было гораздо веселее, правда? В работу аттракционов нельзя вмешиваться. Безопасность детей превыше всего. Если вы сделаете это еще раз, мы любезно попросим вас перестать. Ха-ха, да, конечно, больше не сделает. Да, Бен? О, да, конечно. Заросли джунглей. Последнее предупреждение. Еще одна выходка, и мы покидаем парк. Простите, я тоже делаю последнее предупреждение, молодой человек. На вас поступил ряд жалоб. Еще один случай трансформации, и мы любезно попросим вас уйти. Это вы так меня запугиваете? Бен, мы просим прощения. Я обещаю, что мы все поняли. Может, я и крутой дед, но я знаю, где провести черту. Это что, шутка? Не может быть так сложно! У тебя не все с этим в порядке. Моя 5-летняя дочь попадает почти сразу. Но я верю в тебя! Спасибо, Стюарт!